Эффектность. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Такого, пацаны, надеюсь, меня нормально слышно, потому что ветер что-то задувает. Сейчас я отправляюсь кататься кое с кем, вы чуть позже узнаете с кем. И этот... А, хотя на превьюшку я уже поставил. Ладно. Что я забыл сказать в Димоне комментаторе в предыдущем видео? То, что я там говорил, что хочу снимать велообзоры и скетчи только, но вот эти влоги с катанием будут, потому что, типа, скетчи не получается снимать вот так каждый день и на регулярной основе, пока что, тем более велообзоры. И скетчи, ой, и влоги будут, так как без влогов канал будет просто простаивать, а вот такое вот катание почему нет? А вот каких-то... Ну, короче, влоги будут, так что вы там просто писали, типа, влоги, не надо, не переставай снимать, а они будут, все, влоги будут, вот по типу таких, как вот я ездил во Львов, там, ну, короче, какие-то тематические, то есть не просто вот так, типа, вот я сегодня такой красивый выехал покататься, давай посмотрим, что здесь происходит, то есть сегодня, тема сегодняшнего влога, я еду кое-кому кататься в другой город, вот так. Так, ну, в общем, я приехал в Калуш, и мне 4 километра надо проехать к Ярыне куда-то, непонятно куда, а я ж как-то, ну, давай как-то. Так, вот кольцо, тудым-сюдым. Надеюсь, у меня компас правильно показывает. Так, мне, по идее, вот так туда. Вот так, по идее, мне туда. У меня так спина болит, походу, опять ущемил нерв. А будет искать, где у кого вправить. Потому что спина это не прикольно. Прикольно тут, конечно. Тут, походу, кто не строит два этажа, тот не труп. Вот, пацаны, не знаю, покупаю за 10 гривен вот такую для швейных машинок смазку и мажу ею цепь. Мы туди далі йдемо. I'm not afraid to die.
разі. Чуть зуби не випали з GoPro так в зубах. Все, їду. Бо я ж кажу, типу, мені хоч треба ще одну крутку зробити, щоб банік зробити. Там крутки є якісь там дорога. А можна? Зараз я бачу, типу, майже не крутну, але типу. Дергну. Так. Будеш мати хоч одну нормальну хату. Брн-брн. Була б така передача, то можна було б тіп поприйняти. Ну, я на цій граді пригаю. Ефектність. Один процент на камере остался, и я сейчас в поиске ЖД, вернее, не ЖД, а вокзала, там, где автобусы приезжают. Но я вроде как бы знаю, где. Ну и... Приезжай. Смотрю, торчит вот эта крышечка. Смотрите, как она, типа, высунулась. И вот, и может просто выпасть, потому что там болтик раскрутился от всяких вибраций, я так подозреваю. Все, 1% на камере. Я сваливаю, сваливаю. Кстати, пишите в комментарии, что вы думаете по поводу, что вы думаете вообще про видос. А то как-то я никогда не говорю. Сейчас кручу педали на пьяный базар, поищу лопату, потому что надеяться на кого-то, что кто-то возьмет лопату, это, конечно, гиблое дело. Вот. Ну и, короче, надо восстанавливать дёрты, несмотря на то, что они херово построены. Между дёртами много плоскоча, но... Ну и приходится крутить, а не накатом ехать. Но, тем не менее, надо что-то делать. Короче, 120 гривен взял такую лопату. Ну, вроде нормально, не должна развалиться. Как раз и трамбовать вылет будет нормально выводить, и копать. Но надо ее подточить еще. Обожаю вот эти месяца апрель и май, так как это все зеленое, не жарко, не холодно. Ну, сейчас что-то похолодало. Вот. Вот что стало, что случилось с вылетом. Он просто обсыпался, рассыпался. Его надо заново перевывести, накидать, еще кучу земли кидать, там кидать, везде кидать. Короче, такой вот. Ну, короче, купил вот такую лопату за 2 минуты. И надеюсь, что она долго прослужит и ею накопаю нормальные дёрты. Аминь. Короче, я не запасусь батарейками, чтобы снимать это все таймлапсом. Короче, суть такова. Я хочу сейчас накидать сюда максимально земли. Вот. Ладно, я включусь, когда что-то накопаю, так как я что-то не особо хочу рассказывать. Не умею вот это все красиво преподносить.
катаясь с GoPro, надо быть очень осторожным, так заворачивать за угол, потому что может идти человек, может ехать машина, и будет авария. Фух, еду за петличкой к рекордеру. Зашел в магазин прокладок в надежде, что там есть батарейки, а там есть батарейки! Свет, может быть машина. Короче, думать надо очень много. О, ляка. Короче, пацаны накидали, а я вылет делаю. Только что снимали скетчи, и вот это рукожопый оператор, но тем не менее сняли. Максимальный чил. Це було інтерв'ю з нашим. Скажи. Короче, собрал вот такую движуху сегодня. Практически все подписчики, знакомые, друзья. Вот сейчас вывел по центру типа пробный радиус. Если сейчас пульну он нормальный, то типа расчищаю весь вылет. Да. Досов до зимы вы знаете, что здесь очень много плоскоча, и сейчас вы это видите. Потому первый дёрт используем как разгоночный. Типа не сильно вверх. Ну такое типа, понял, для разгона. А второй, третий уже там трюки делай. Давай! У нас тут насколько классная атмосфера, что повреждали даже на шоссерах. Чил. Ух. Короче, мы притестили радиус. Короче, такой оставляем. Он, конечно, не в космос кидает. Но для разгона, чтобы на втором и третьем дёрте делать какие-то трюки и ехать на них накатом уже, а не как здесь, то в принципе нормально. Сейчас я его расширяю, так вжук, и будет четко. Ну, вроде норм. Бля! Ох, ёп! Ох! Господи, тормози. Ого. Да, будет, будет. Правда? Короче, приехал сам что-то приземку поравнять, вылет реши сделать. Куча короче, те, кто на пикник приходит сюда. Да, конечно, нашему народу еще далеко к тому, к этому всему, типа, ну, они не знают просто, что такое дёрт и как, что это такое, с чем это едят, что здесь, где можно, где нельзя бегать. Они думают, о, прикольно, какие-то горки. Можно списать, конечно, что народ быдло, но просто люди не знают это. Это печально, потому что мы живем как в каменном веке. В общем, я увидел, что у Олеся треснула рама. Ну и так, чуть-чуть треснуло. Я решил опубликовать пост, где я говорю, типа, давайте, пацаки, скинемся по пару гривен, типа, поможем подкопить на новую раму. Вот, но в итоге скинуло, вот один чувак с России скинул 80 гривен, 2 гривны, 9 гривен, я полтинник закинул. Ну, 140 гривен, в итоге, ну, типа, хотел помочь, а получается как-то и неудобно. Потому, ну, я хотел помочь, а людям все равно, потому не хочу я больше так помогать. Такую канаву я оставляю, потому что здесь земля какая-то рассыпчатая. Я оставляю, чтобы она не начала сыпаться и по цепной реакции. Боковины затрамбовали. Тут боковину затрамбовали. Приземку сделали нормального вида, а не какую-то полукруглую, полуквадратную. Вот так, короче. Сейчас Ваньку даю шлем, и он едет тестировать. Я ему предложил шлем, он не захотел. Сейчас посмотрим. Ну. Что стало скромно я. Ну так нормально, типа, скинулся и, ну, типа,
Можно пробовать. Безопасность. Вот такую длинную сиську вместо пролетки мне накидали, но надо ее сделать еще длиннее. И надо еще подумать что-то с разгонкой. Ну, по крайней мере, камни убрать с нее. Короче, подровнял еще приземку, потому что камни торчали. Сейчас она какая-то плюс-минус гладкая. Ой, конечно, дёрт и такой себе. Тут между разгонкой и первым дёртом можно было бы еще один дёрт накидать, потому что плоскоча до хера. Ну, шамаем это маем. Может, когда-то... Надо открывать донат. Сбираю на трактор. Назбирать 200 баксов, пригнать сюда трактор и накидать еще один той. 400 гривен часа. Тут, дивись, по сути, еще нема звідки накидывать. Треба десь привозить его. Ну, короче, открываю донат на трактор. Ссылки, правда, нету, пишите в личку. Подоставали все вот эти торчащие камни с разгонки, типа вот таких. Уже намного ровнее стало. И наверху еще закидали вот такую площадку. И теперь вообще четко. Правда, далеко, приземка далеко. Знаешь что? Особо скорости не добавилось, но, по крайней мере, ты едешь не по камням. Давай! О, ну велик помещается, и нормально, можно хотя бы на педали встать нормально и поехать. Сейчас. Ну ты засал просто. Попробуй сейчас трошка... Вот мы видим на примере Серёги, что даже не долетает, все нормально. Ту-ту-ту. Ой. Даже ой. Что-то погнул. Врач сказав, що треба на рівні землі лежати. Хуй знає, може вилізти просто вузенький, знаєш.